ждет Китсвиль, город профессий. А вот огромный экран, на котором можно увидеть нас. Мартын, помаши ручкой. Так, а где Варя? Эй, вот она. Ну-ка, здорово. Вот и Варя. Класс. И карта города Китсвиль. Здесь есть все-все-все. Все возможные профессии. Очень интересно. Здесь есть даже телестудия, газета, фотостудия и радио. Мы обязательно сходим в пиццерию и на шоколадную фабрику. Вот мы и пришли в город профессии. И сейчас первый пункт у нас будет. Оп, коммунальная служба. Оздоровительное видео о работе коммунальной службы. Деякі з них збрілись і дошли. У середньовічній Європі ставили дуже забруднені. Тому в них швидко. А ти будеш или не будеш? Смотри, там мокнулся, стоит такой. Все, давай. Ну-ка, все одевай. Униформу, и Варя, и Мартын. Поэтому складываем его и возвращаем на его законное место вот сюда. Еще эти ребята к нам присоединились. Мартын уже в каске. Ваша рука будет швабр. Ультимативное средство в борьбе со всевозможной грязью и пылью на территории городка профессий. Стоять не расходимся. В нашей работе есть два важных аспекта. Первый – это дисциплина и командная работа. Вы должны слышать меня. Я говорю, что вам делать. Давай, держи. Выходных. Но без нас этот город будет просто большой свалкой. Кучей мусора. Поэтому, чтобы сделать и нашу работу веселее, и будни обитателей других станций веселее, нет, мы не сможем покататься на машине, так как на машине закончится бензин, а нам денег на бензин не надо. Мартын хочет показаться нам устроить. Еще у тебя нет правки. Да, обязательно. Так, давайте становимся в линию. Линия вот здесь передо мной. Ну, пойдите, становится в линию. По росту, не по росту. Вот, смотри, наши. Дисциплина, это важно. Главное, это дисциплина и веселье. Ага, вот, молодец. Давай, сфотографируй. Мама Кристина сейчас фотографирует. Мы обязательно поместим эти фотки в наше видео. Оп. Мартын, посмотри себя. Помаши ручкой. Класс. Одежды, чистоты и порядка. Еще раз, давайте. Мы адепты чистоты и порядка. Громче. Больше эмоций. Давай. Давай. Громче. 3, 4. Здравствуйте. Адепты чистоты и порядка. Позвольте нам очистить вашу станцию. Марта, не теряет времени, уже чистит пол. Молодцы, организаторы, мы в полном восторге. Мартын, разворачиваемся, идем убирать город. Вот так, мы сейчас все вместе идем убирать Китсвиль. Держим швабры так, чтобы не мешали друг другу. Класс. Теперь наши дети зашли в отделение юниор-банка. И будут сейчас там убирать. Твоя моя дыра. Вот это да, наши ребята убрали отделение банка. Все счастливые и довольные. Ребята поработали, сняли свою рабочую одежду и теперь получают зарплату. Вот Мартын получил свою зарплату, покажи денежки. Класс, вот такие вот денежки. Тебе дядя понравился? Да. Дядя крутой, молодец. Приходите обязательно сюда.